Всем привет, ребят! Продолжаю тему русского языка, обучения чтения ребенка очень-очень маленького возраста. Говорю сейчас про свою дочку, которой 3 года, и она уже умеет читать. И у меня есть плейлист, посвященный этой теме, как я учу своего ребенка читать, потому что мы живем в другой стране, и здесь, кроме меня, ее никто не научит читать на русском, поэтому я работаю очень усердно и ищу какие-то наиболее... нелегкие, но наиболее работающие, да, игры и способы научения ребенка читать на русском языке. Поэтому, если вам интересно, посмотрите плейлист, там с самого начала у меня видео, как мы учили буквы и так далее. Вот сейчас у меня продолжение наших занятий, и уже немножко оно посложнее становится, и, в общем, я с вами делюсь, что мы придумали. В прошлых видео я показывала вот эту коробку и как мы с ней работаем. Здесь у нее русские, это игра вслепую, да, русские буквы. И среди этих русских букв есть специальные карточки, которые выглядят сейчас сердечко и цветочек. Где-то они у меня должны быть сверху. Окей. Вот. Вот, сердечко и звездочка. Это две карточки, которые останавливают игру у нас сейчас. Так, тянем мы буквы по очереди и читаем их. Или здесь уже есть слога, да, кроме букв. И когда мы вытягиваем это сердечко или цветочек, игра останавливается вне зависимости от того, сколько у нас букв вытащено. И, к примеру, вот здесь возьмем не очень много. Эти буквы. До сегодняшнего дня обычно на этом игра прекращалась. Это у меня дети поют там, не обращайте внимания. Но сейчас она уже стала постарше, и это для нее уже легко очень, и она готова продолжать дальше заниматься. Поэтому я делаю так. Ну вот, к примеру, ребят, у нас выпало звуки. Р, Н, С, Е, Я и цветочек. И дальше я прошу выбрать любую из этих букв. Да. И она, к примеру, выбирает Н, потому что она Нина, ее любимая буква. И тут я начинаю ей писать все слога с буквой Н. Значит, это Ны, На, Ни, ну и так далее. Да? Какие вот я пишу, она читает. Убираем ее обратно. Дальше она вытягивает «я». Я пишу все слога с «я», ну, не все, много слогов с «я», но меняя согласные. Значит, это «гя», «бя», «ня», «ся». Ну, и сколько там, я не знаю, 5. Дальше «р», «ры», «ро», ну, «ру». Если я вижу, что уже она прочитала достаточно, а я понимаю, что еще у нас есть буквы, я могу на этом остановиться, чтобы доделать все до конца. Мне это очень важно, чтобы занятие было завершено, а не прервано на середине. О, у нас тут есть хорошая буква С, так как она очень любит мультик сейчас «Король Лев», она с удовольствием читает слово, например, «Симба». Мне кажется, она его уже даже знает как оно выглядит, и читает его легко. Я пишу Симба. О, Господи. Симба. Ну, вообще, обычно последняя буква у меня уже на слова уходит, но сейчас просто повезло с буквой, я написала предпоследнюю букву со словом. В общем, идея. Первые все буквы у меня идут на слога, а последняя буква у меня это слова. Значит, я думаю, какие же слова из этой буквы. И пишу ей, например, например, могу такое написать, чтобы ей было попроще. Да, она будет читать Е, потом вот это совмещать, Ва, Ева. Или это тоже зависит от состояния ребенка. Если она не очень устала, я могу ей продолжить, да, писать. Ну, например, вот это хорошее слово. Легко читать. Се. Ва, она прочитает его и разобьет, да, на слога. Какое еще может быть? Ну,
Ну, Е, что еще может быть? Ну, может быть, ну, такое слово, да, мел. И она вот сначала прочитает это, я ее прошу, да, и она потом добавит Л. Ну, в общем, вот такие вот упражнения, ребят. Цветочек бонус, да, мы его ничего с ним не делаем, просто возвращаем в коробку. И занятие завершено. Это реально уходит столько минут, сколько влезает. Я иногда хочу побольше, если, к примеру, мы не занимались там какое-то время, я прошу посидеть побольше. Но практика показывает, что чем короче урок и чем чаще он есть, это лучше. Ну, в общем, вот такое развитие нашей игры с этой коробочкой получается. И подписывайтесь, ребят, на канал, потому что видео будет выходить. Я буду постепенно усложнять задание, постепенно менять игры по мере того, как она будет развиваться сама. Господи, что же они там делают? Вот. И надеюсь, вам понравилась эта идея. И увидимся в следующих видео. Всем пока!